находится возле музея становления украинской нации. Это первый инновационный музей в Украине, где прошлое сочетается с современными технологиями. Экспозиция музея составляет 1700 метров, такая вот площадь музея. В этом музее собрано более 100 3D инновационных скульптур, которые объединены в общую идеологическую линию или историческое событие. Так что за полтора-два часа посещения этого музея можно узнать много интересного о прошлом нашей страны. Поэтому тут есть также увлекательный видео- и аудиоконтент, который сопровождается спецэффектами. И можно окунуться в такую сферу прошлого нашей страны. Так что этот музей будет интересен всем гостям нашей столицы, а также киевлянам. Так что, если у вас будет желание, обязательно приходите и посетите этот музей. Надеемся, экспозиция вам очень понравится. Ну, а мы продолжаем наш путь дальше.